представляет Гарик Бартиросян, Тимур Батрутдинов и его Гарик Харламов, Андрей Молочный и Антон Лирник, Марина Кравец, Олег Верещагин, а также Павел Воля и Руслан Белый. При участии комедиа-академика Вадима Галыгина и Дэвиса Карибидиса, а также Семен Слепаков и его гитара, Виктор Васильев, Зураб Матуа, Андрей Аверин и их Люсюк Сорокин, Александр Рева и его одноклассницы Татьян и Бульдог, а также запрещенная группа United Sexy Boys. Уже 11-й год, как Comedy Club триумфально шагает по медиапространству нашей страны. Популярность передачи вышла за границы Москвы, и съемки стали проходить далеко за пределами столицы. Летом 2014 года на побережье Балтийского моря в самом курортном городе Латвии высадился юмористический десант звезд канала ТНТ. В Юрмале прошла неделя высокого юмора от Comedy Club. Чего только не увидел высший свет Юрмалы, а также звездные гости, приехавшие со всего мира. События этого лета навсегда останутся в сердцах свидетелей этой сногсшибательной ярмарки отличного настроения. Количество номеров, показанных на фестивале, превысило все самые смелые ожидания. И сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть выступление, не вместившееся в рамки телевизионного эфира. А начнем мы с мэтров комедии и гигантов смеха индустрии Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина. Comedy Club!
Ребята! Раскаленная сталь, дела бросай, подождут, тут ребята жгут, ребята приглашают. Yeah.
Все по местам, это новый сезон. Comedy Region. Все сюда, дела на потом. Comedy Region. Эй! Дорогие друзья!